творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфуд. Ну что, дорогие друзья, Библия счастья, Sunlight, книжка из моей библиотеки, позитивное мышление, смежные науки. Полистаю под заголовочки. Жизнь состоит из настоящего. Жизнь цена сама по себе. Ваше предназначение расцвести. Ой, такие жемчужины. Жизнь — танец любви. Это я уже читала. Ваше предназначение расцвести. Ваша жизнь — история Вселенной. Относитесь к жизни как к празднику. Ну, давайте здесь я прочитаю. Вообще, некоторые моменты, знаете, здесь, в принципе, если вот так вот, я бы так это уже пробежала, подчеркнула, а так я уже смотрю, знаете, вот это вот не подряд, потому что все же я подряд не читаю, или какие-то подглавы, или главы, или просто несколько страниц, или выборочно. Ну ладно, давайте еще что-нибудь другое. Ладно, жизнь состоит из настоящего. Считают, что время состоит из трех времен: настоящего, прошлого и будущего. Но это неверно. Время состоит только из прошедшего и будущего. Из настоящего состоит жизнь. Ох, уж какие жемчужины. Давайте еще раз прочитаем. Так интересно, правда? Это учение и методы храма Соломона, ни больше, ни меньше. Считают, что время состоит из трех времен: настоящего, прошлого и будущего. Но это неверно. Время состоит только из прошедшего и будущего. Из настоящего состоит жизнь. Так что для тех, кто хочет жить, нет иного пути, чем жить в этом моменте. Только настоящее существует. Прошлое – это просто коллекция воспоминаний, а будущее – не что иное, как ваше воображение, ваши мечты. Реальность здесь и сейчас. Настоящее не имеет отношения ко времени. Если вы только здесь, в этом моменте, то времени нет. Здесь есть только великое молчание, неподвижность, никакого движения. Как поэтически написано. Ничто не происходит, все внезапно остановилось. Настоящее дает вам возможность глубоко погрузиться в воды жизни или высоко взлететь в ее небо. Но с обоих сторон есть опасность. Прошлое и будущее – это самые опасные слова в человеческом языке. Жизнь в настоящем между прошлым и будущим подобна прогулке по натянутому канату. С обеих сторон опасность. Но если вы однажды почувствуете вкус настоящего, вас перестанет заботить опасность. Если вы в гармонии с жизнью, ничто не имеет смысла. И, по-моему, жизнь – это все, что есть. Ну, такое философское. В общем, по-философски здесь как-то так подумать, поразмышлять, да. Для тех, кто хочет жить, не думать
о любви, а любить. Не думать о жизни, а быть. Не философствовать, нет другого выбора, чем пить сок настоящего момента. Ничего не философствовать. Вот предлагаю не философствовать, а пить сок настоящего момента. Я не понимаю, наверное, уже инкассаторская машина приезжала, она уже уехала, я, наверное, ее пропустила. Вот. Потому что, как-то, знаете, такие вот эти такие рабочие здесь моменты, здесь, в общем, такие землекопные были вот эти. Вообще-то все уже закончилось. Ну, значит, пропустили мы сегодня, наверное, эту инкассаторскую машину. В общем, как-то вот так. А вообще, когда я говорила, знаете, хочу быть, великой актрисой, певицей, сниматься в кино. Так что вот. И вообще мой, знаете, любимый, знаете, такой вот этот вот фильм мне очень нравится. Думаю, такой сценарий написать, знаете, как вот это вот. Иван Васильевич меняет профессию. Так что вот. Но я имела в виду написать сценарий, сняться в кино, а не в реалити-шоу. Так что вот. Имейте в виду. Ну, я тут как-то так намекаю. Вот такие вот дела. Вообще чародеи, знаете, такой фильм «Сказка чародеи» мне очень нравится. Так что предлагаю не особо философствовать. А пить сок настоящего момента. Прочитаем еще раз. Для тех, кто хочет жить, не думать о любви, а любить. Не думать о жизни, а быть. Не философствовать, нет другого выбора, чем пить сок настоящего момента. Так что, наверное, меньше нужно философствовать. Выжмите его полностью, потому что он больше не вернется. Однажды ушедший, он ушел навсегда. Не думайте много о будущем, потому что будущее рождается из настоящего. Если вы умеете заботиться о настоящем, то настоящее позаботится и о будущем. Будущее ниоткуда не приходит. Оно вырастает из этого момента. И следующий момент прорастает из этого. Если этот момент прекрасен, молчалив, блажен, то следующий должен быть еще более тихим, более блаженным. Смысл настоящего – быть в настоящем. Это следующая подглава, страница 35, книжечки «Библия счастья». Так. Много-много всего тут, что интересного. Станьте энергией любви. Ох, это моя такая любимая тема. Стань, любовь вас одушевляет. О, про любовь. А в этой сумочке здесь у меня формула денег, надо поставить. Ну, и так это красивенько. Здесь у меня еще одна сумочка, еще одна книжечка. Вот. Я переодела плащ, для съемочки, думаю, вот так вот. А вообще сегодня у меня такая уборка, генеральная уборка. В общем, много нужно успевать. И знаете, вот это вот тайм-менеджмент богатства по Наталье Правде. Ну, как все успевать? Вот такие вот дела. Смотрите мое предыдущее видео. Я уж там рассказываю. Много-много что сегодня успела. Ну, вот также еще белье стираю. Сейчас у меня выключена стиральная машинка. Вот, я так белье сейчас стираю. Сняла с моей эксклюзивной кровати. Чистое уже белье застелила. Так что вот. Ну, еще видео. Заснимаю видео, мои творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Макту Сафич. И сразу же, почти прямой эфир. Я Диме так и написала. Дима, практически прямой эфир. Вот, да. Засняла и сразу загружаю. Так что смотрите. А это вообще 9 минут. 9 минут. Сейчас вообще, сейчас вот загружу это видео.